день назад решением Совета депутатов был организован праздник, районный местный праздник, в соответствии с законом о местном самоуправлении в городе Москве. Этот закон дает нам, как избранному народом, представительному органу местного самоуправления, проводить мероприятия, праздничные мероприятия без какого-либо согласования с органами исполнительной власти. И мы, победив на выборах «Единую Россию», получив большинство в Совете депутатов, этим правом воспользовались. После этого на нас началась кампания давления со стороны мэрии Москвы, которая настаивает на своем монопольном праве контролировать и санкционировать любую уличную активность, будь то митинги, жесткие дегитирования или муниципальные праздники. Наше противостояние длилось больше недели, и в конце концов, к сожалению, сегодня праздник был сорван. Нам не дали установить сцену, нам не дали развернуть полевую кухню, и нам не дали возможности порадовать вас концертной и музыкальной программой, как мы планировали. Но я очень рад, что вы пришли. Это наш город! Это наш город! Это наш город! Это наш город! Мы победим! Мы победим! Мы победим! Мы победим! Это наша страна! Это наши выборы! Это наша страна! Это наши выборы! Очевидно, что они так просто с этим совсем не смирятся. Будет какая-то реакция. То есть они не стали задерживать меня на сквере, но учитывая то количество запретов и предупреждений, которые мне было выписано, я уверен, что какая-то реакция с их стороны все-таки последует. Возможно, они не захотели меня задерживать в окружении людей. Возможно, они не хотят задерживать меня накануне выдвижения Путина в президенты, чтобы не портить картинку. Но я думаю, что-то еще будет, конечно. Спасибо всем. Видите, если бы вы со мной не пошли, меня бы сейчас точно увезли в ОВД. Точно. Спасибо большое. Давай, Илья. 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 Давай, Илья.